Здорово, Империя! Микрофон Артём, это канал Snowworm TV. У нас сегодня новая игрушка. Это какой-то выживач от маленькой инди-студии. Вот. Нас встречают два мужичка. Они со мной тут побазарили. С самого начала буквально. Они что-то сказали. Так, можно... Так, опа, фига себе. Можно ложиться на кроватку. Есть карта. Так, забрать свои вещи. Подожди, а где они? Ладно. Как-то это... Странно, мышка летает. Медь используется для крафта. Хорошо. Открыть, открыть. Мне не нравится, как мышка здесь работает. Так, отлично, пистолет. А что у меня с руками? Надо следить за оружием и слушать. А, подожди, оно ломается, что ли? Порох. Медь. Так, это верстак для крафта. Броня и патроны могу крафтить. Угу. А сколько чего у меня? Где написано? Так, три железа, одна медь. Порох. О! А, во, вижу снизу. Три меди, железо, порох. Все нормально. У меня нет... железа нету. Но я скрафтил патроны. Так, а как закрыть? Вот. А что у меня с руками? Я вампир какой-то или оборотень? Кто я вообще? Просто у меня какая-то кибер... А можно как-то посмотреть инвентарь? Ну, на себя со стороны. Ладно, идем. Опа, там зима. А здесь что? Тоже зима. А, это типа открытый мир. Все дела. Так, вот это кто? Еще один верстак. А, ну такой же. Так, а что нам сделать? Взять материалы. А где я? Я не вижу, где я. А, вот я. Это правильно? Я показан, да? Да, вот я. Подожди, я какие-то материалы, походу, не взял. Так, собрали. Ищите новый компонент, чтобы открыть. Собрать. Ну, патроны, типа. Ну, давай соберем. Поговорите с лидером лагеря. Вот они. Кто-то из них лидер. Так, бутылка. А кто из них лидер лагеря? Здорово, мужики. Кто из вас лидер? Лидер. Опа, женщина. Что тебе нужно, культист? А, вон у меня просто рука такая. Я вроде выгляжу как человек. Видите, у меня рука металлическая. Так, отряд добровольцев. Раз ты не культист и не местный, можешь нам помочь. Погибший отец, папа-папам. Давай-давай. Поговори с ним, допроси его, возможно, придется убить. Он заслуживает смерти. Что не так? Так, хорошо. Спасибо. Это, знаете, какой-то... вот с одной стороны, если смотришь, какой-то Fallout, но вот такой, знаете, в бюджетном формате. То есть есть какой-то открытый некий мир, да? Где нам дают какие-то квесты, что мы что-то лутаем, крафтим. Так, поговорите с выжившим. А, у меня два кв... А где лидер? Кто из вас лидер? Итак, Артур, да, здорово. В один день мы проснулись. Ага, мы... Да. Отлично, видимо. Хорошо, слушай, ты... Так, так, ага. Так, что за алтарь? Прикольно, перевод есть, но жалко нет русского.
How did people survive? Try to chat with them and do not forget to. Так. See you later. Все, увидимся, пока. See you later. Найти. Поговорить с выжившим. Подожди, а вот выживший где-то здесь, что ли, получается? На, эти двери открою. Так, подожди, здорово. А где есть выживший, кто из них? Просто показано, что он где-то здесь находится. А почему они взад-вперед ходят? Поход, расскажи о себе. Я, по-моему, сейчас квестов наберу здесь, тьму просто всяких. Так, это ты опять, да? Это чё? Барбара, я попросил Артура передать тебе эту записку, если не вернусь. Я уже слишком стар, чтобы беречь свои жизни. Если во время похода возникнет проблемы, то я отдам свою жизнь ради спасения остальных. Не смей злиться на тех, кто вернется, ибо я сделал все, чтобы они вернулись. Блин, прикольно, да, но это... Очень плохо читать таким текстом. Как? А как убрать? А как его отменить-то? Как убрать-то его? А где кнопку убрать? Да понял я, понял. Я не могу его убрать с экрана. Looks like a suicide letter, worth showing to the recipient. А как убрать-то его теперь? Я что-то поджигать умею. Где кнопка? Здесь нету. Здесь нету. Интересно. Во! А подожди, а что так? Подожди, темно стало. Короче, там есть, но ее очень плохо видно. Надо, чтобы разработчики это увидели и исправили этот недочет. Потому что его нифига не видно. Это я так, короче, зажигаю то ли спички, то ли фонарик. Нужно кому-то... Это где-то девка, женщина. А, подожди, все спать ушли, что ли? Никого нету. А я могу в любой чужой дом зайти и спать, лечь в нем? Или нет? Здорово. Hi, are you? Good day, and you can't... Чем занимаешься? I... Важное дело. Are... So, no... Блин, еще квест какой-то взял. Квест какой-то еще взял. Блин, темно. А как этот? О. Поспать надо, конечно, где-то. Опа, дробовик нашел. Еще какой-то квест взял, что ли? Смотри, я тут квестов набрал уже 1 000 000 штук. О, кровать, а можно поспать у вас? Я не читаю диалоги, потому что хочу более углубиться в игру. Нежели тут что-то да как-то, если как говорится. Кому-то есть желание поиграть в эту игру, всегда можете сами начать и проникнуться диалогами. Так, ладно. У меня есть, короче, новое оружие какое-то. Но нет патронов на него. А куда я дел пистолет? Вопрос стал. Заебись, я его на пол выбросил. Ну чё, пойдем посмотрим. Найти партию угля. Погнали, посмотрим, что да как. Какие тут монстры есть. Немножко пустовато так, да? А, игра чем-то напоминает какие-то старые игры 2000-х.
Ну, шутеры имеется в виду в плане графики. Так, а как пройти туда, где забор заканчивается? А, тут, походу, выход, да? У меня тут можно... Это, видимо, безопасная зона, а вот здесь уже... Нифига себе. А здесь уже, наверное, опасная зона. Так, 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 так. Тут зомбики? Мне вот куда-то сюда, да? Вот сюда. Вот тут кто это? Ох, нифига! На! Так, а почему я не попадаю в него? Ой-ой. Ну, кровь так хлестанула. Система этого нет, да? Расчленения нету в игре. Каких-то... Где вот он рычит? О, а нет, есть, смотри, ему башку оторвало. Башку ему оторвало, это прикольно. Кто это? Что за звук? А, вот он сидит. Выходи. Выходи, бедолага. Как-то это... Музыка, да, стала тихо, что ли? Не знаю, как-то это уменьшился звук. Опа! Кувалда. Фига себе. А что она поджигает? Это какая-то магическая кувалда. Ладно, у меня есть, короче, кувалда, пистолет. О, шприцы не берутся. Алхимический ствол. Так, я могу... А, у меня нет химии никакой, ни кислоты, ничего. Можно делать порох. Чеснок какой-то подобрал. Ничего нету. Ингредиенты. Тут пусто. Ага. Можно и жрать готовить. Так, еще какой-то ингредиент нужен. А, во, приготовил. И что получилось? Ням-нямка? А куда это все складывается? Где инвентарь? А, вот инвентарь. Патроны. Инъекции. Еда. Я, получается, баф получил, вот видите, снизу. Тут карта. У меня какая-то сила и свинка нарисована. Так, альт. Адреналин можно вколоть в себя. F-фонарик. Так, я немножко разбираюсь, конечно, управление тут. Здравствуйте, женщина. Нам в идеале, конечно, ходить и лутать дома, потому что в домах всякие эти... предметы, которые обеспечивают нас патронами. Мне нужно за углем или зачем я вообще иду за углем? Я, мне кажется, это не конечный билд, да, игры? Я так понял. Игра будет дорабатываться. Не хватает много, немножко звуков, музыки какой-то в игре. Как-то... Чутка оптимизации, что ли, в игре тоже не хватает. Настроек, вообще настроек очень мало в игре. Куда я иду? Куда-то сюда, здесь нужен уголь. Фига себе, корабль, прикиньте. Так, а патрон, от чего я патрон подобрал? Вообще, можно что-то ломать здесь?
И так и не понял. Нет, походу нельзя. Я вот прямо на точке нахожусь. О, удочка. Рыбачить можно. Нажимайте левую кнопку мыши, когда два круга будут максимально близко друг к другу. О, поймал. Сырая рыба. Найдите печь. А, все, нельзя больше рыбачить. Один раз только можно. Прыгать прикольно, удочка. Из чего она сделана? Из арматуры? Так. Вот как в него попасть, когда у тебя нет прицела? Мушки нету у пистолета. Видите? Я могу их лутать? Нет. Я так и не нашел, где находится здесь что-то. Найти. Очень-очень... шрифт текста. Прям, блин, вообще, ни хрена прочитаю, что написано. Так, а дайте в дом сходим, посмотрим, что тут еще есть. О, нифига себе. Вращать отмычку мышью, когда услышите щелчок. Ага. Кто? Где он? Вот он кричит. Дурилка. Куда ты? Выскочил. Чё тут? Патроны. Так, закрыть обратно. Еда восстанавливает часть здоровья. Хорошо. Тут, по-моему, письмо было. А, вот здесь галочку, кстати, видно. Ее не видно было, потому что была ночь. И плохо видно было галочку. Так, печка. Могу приготавливать. А где моя рыба? Написано было, можно было приготовить рыбу. Какую рыбу делать? Из инвентаря. Я же поймал ее. Так, здесь какое-то большое здание. Как-то дергает все равно. Не понимаю, как-то... Не знаю, как объяснить. Как-то непропорционально оружие, короче, смотрится. Мешок муки в доме. Вот в этом поход, да? Да, этот вроде отображается, а приходишь, ни хрена непонятно, где это находится. Яблоко. О! Еще одно оружие. Медь, порох. Все, темнеет. Так, я могу крафтить те патроны другого формата, да? Порох и медь нужна. Так, а теперь можно, нужно... Подожди, а что это? Ага, жди, это автомат, что ли?
Блин, я скрафтил патроны не для того, не для той вещи. Больше для огнестрельного оружия. 12 миллиметров. Тут какие нужны? Походу какие-то вот такие. Но у меня меди нету. Опять стемнело. А, во, кровати. Ништяк. Сейчас поспим. Так, все, утро наступает. Не, опа. Паровой карабин. Я кучу оружия набрал, с которого у меня вообще нету патронов. Так как это все, я так понял, автоматика. Так, еще письмо. Ага. О, разбить можно. Я чисто проверил. Здесь не нажимается ничего. Какой-то барак, что ли? Вот мне здесь нужно по... Мешок... Мешок муки в доме. Я не в этом доме, походу, лазил. Так, где он дышит меня? В ухо. Ой-ой-ой. А что вас так много-то? О, голова отлетела. Очень не хватает звуков каких-то. Бывает, что идешь-идешь, стреляешь, а звуки куда-то пропадают. Так, а вот сюда вот, походу. Ну вот этот, походу, дом. Только я не понимаю, почему. Тут ничего нет в этом доме. Вернее, есть, я тут все обыскал уже. Мешок муки в доме. Очень странно, конечно, отображается. Я вот в этом доме вроде. Какой мешок? Где мешок? Куда мешок? Ничего нету. А, вот он. Еще есть, что ли? Где-то здесь. Вот мешок вижу. Кто знал, что мешок лежит просто тупо на полу? Фига какая штука прикольная. Иди отсюда. Паровая машина. Отвязаться на ней нельзя. А выглядит прикольно. Так, мне нужно еще... Еще мешок муки. Так, тут кто-то рычит. Отлично. Сейчас мы скрафтим патрон. Ух ты. Изогнутая сабля. Прикольно, но не брать не буду. Я сейчас патроны просто скрафчу. У меня пороха нету. Железо, медь. Я себе, короче, сделал немножко брони. Мне нужен порох.
Паровой карабин. Это я уже такое находил. Ничего нету, хорошо. Опять это рычат. О, сколько бочек. Кислота. Овощи. Найдите печь, чтобы приготовить. Ух, нифига себе. Откуда-то телепортировался. Они, я так понял, ресаются, да? Через какое-то определенное время. Голос в лесу. Давайте глубже пройдем, посмотрим, что тут вообще есть. У нас, кстати, выносливость, оказывается, есть. Верстак. У меня есть один порох. А, вот эти патроны. Так, это автомат. Это тоже автомат. Это типа такой. Ну-ка, да попробуем кого-нибудь убить из этого оружия. Вон они ходят. Прицелиться вообще неудобно. Но, по-моему... Да, в принципе, убивает неплохо. Ну и пистолет ничем не хуже. Еще бы можно было их лутать. Было бы неплохо. Потому что они вроде бы умирают, но не несут никакой ценности в себе. Да, оптимизация. 25 FPS выдает игра. 40 вот здесь. Я решил чуть-чуть вглубь чуть-чуть уйти, посмотреть, что тут вообще есть. Насколько далеко я могу? Насколько далеко я могу зайти? Пока кроме зомби никого больше нету на карте. Никаких собак, волков там или прочих существ. Как-то рандомно звуки. Вот он только что за спиной у меня порычал. А тут никого нет за спиной. Ну, я в наушниках его услышал, что он за спиной. Я куда-то на гору лезу. И тут, походу, все уже, да? Хотя на карте показано, что... Типа тут вот горы. Вот еще вот поселение какое-то есть. Я, типа, смогу перейти через горы. И попасть в другое поселение. Видать, да, могу. Дев. Умер, короче. И туда нельзя пройти. Ищите еду и готовьте ее в печь, чтобы использовать медикаменты. Ну, короче, я либо замерз и умер там, либо туда тупо просто нельзя. Вот. Но давайте здесь остановимся на этом. Берите на вооружение данную игру. Забавно сделано, много недоработок, конечно. Оптимизация
звуки, не знаю, стрельба, зомбов побольше, конечно. О, фига, олень, смотрите. Какой-то лут, чтобы с них падал. Олень, походу, не убивается, да? Нет, убивается. Так, сырое мясо, его можно залутать. В общем, вот такая вот игрушечка. Ну а чё, как говорится, как бы и нет, да. А, берите на вооружение, она в Стиме, но еще не вышла, и даты у этой игры, по-моему, еще не стоит, поэтому будем следить, добавляйте ее в белый лист. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик. Ну, увидимся всем. Пока-пока.